Начинаем вязание детали с того, что сделали заработок. И 60 рядов до смены вида резинки. Провязали 60 рядов одним видом резинки, меняем переплетение и провязываем еще 40 рядов до начала прибавок. Провязали, выполняем прибавку по 15 петель с каждой стороны. Чтобы не рвать рабочую нить, делаю прибавки по очереди. Сначала с той стороны, которая противоположна нити, потом, переводя каретку в эту сторону, делаю с левой стороны. Итак, 15 игл. Делаю расстановку. В соответствии с уже стоящими иглами, вот они 15, и теперь провязываю на них дополнительной нитью змейку. Каким-нибудь цветом, отличающимся от рабочего. Закрепляю змейку. И ставлю ей гребенку. Какую-нибудь маленькую, либо можно навесить семерку на один ряд. Провязываю ряд. Поскольку здесь у меня пошли накиды, я сейчас их провяжу вручную. У меня останутся петли, которые я потом смогу зашить. Накиды зашивать сложнее. Теперь иду и то же самое выполняю с обратной стороны. Провязали. Мне теперь осталось выполнить 4 ряда горловины. Итак, оставляем в работе 38 игл. С одной стороны закрываем центральный от 32 до 32, весь центр. Перекидываем на основную игольницу, закрываем косичкой. Перекидываем. Берем дополнительную нить и закрываем петли удобным способом. Можно через два колка, для того, чтобы не затянуть. Кстати, такой способ даст возможность немножко рыхлее лежать петлям и не будет их затягивать. Раз, два, три, провязала. Четвертый ряд провязываю без накидов на всех иглах. И теперь могу сбрасывать на брусовую нить полотно, потому что сшивать я буду по открытым петлям плечевые швы. На брусовую нить. И то же самое выполняем с правой стороны. Три ряда с накидами и четвертый ряд на всех иглах провязки. Получили две детали. Теперь мы их складываем одна на другую. Плечевые швы сшиваем
Удобным способом можно горизонтальным трикотажем, но учитывая, что это резинка, у вас получится прямая полоса. Можно шить на машинке, можно шить внутренним швом, как вам удобно. И боковые швы. То есть шить два боковых шва и два плечевых. И наша майка, связанная двумя видами резинки, готова. Если майка вам понравилась, видео было вам полезным, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями. Подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Обязательно заходите на канал YouTube, у нас много новых плейлистов. Приходите на наши бесплатные вязальные посиделки и жду в школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.